Шульц действительно, но понятно, что немец не так умеет. Он манул и своих, и чужих в данной ситуации, потому что передачу сделал не туда. Гаррит Бейл, как писала пресса, в последнее время он гораздо больше. Хотя были случаи, да, когда он отказывался выходить на замену в товарищеских матчах. Сегодня вроде бы не против сыграть. Комментаторы говорят. Бейл, кстати, он давно на поле. Мы как-то об этом подзабыли. Бывают на обоих флангах. Марсело. Бейл. Пытался пяткой сидеть. Просто, чтобы насладиться игрой 22-го номера Реала. Прострел. Еще один угловой. Угловых сегодня полным-полно. Да, но опасными получаются только те, которые адресуются как-то не... Стив Макларен, тренер Вольсбурга. Ничего. Ром. Ну, а что касается более-менее звездного матча в чемпионате Испании, Сутерибе в Пискаре. Даже выигрывал чемпионата Примавера. То есть, чемпионат молодежных команд. Да. Второй удар Йовича из хорошей позиции. Снова по центру. Добить ему не дали. Там уже сам, нанося удар, подставился Фасио. Тоже получил по ноге. Как вперед мяча Иска как раз на Бейла. Бейл подрабатывает мяч для себя или для Марсело. Нет, все-таки для себя. И хороший навес получился угловой. Опытный Антонио Миранте. Голкипер. Но Пау Лопес. Бейл, конечно же, великолепной скоростью обладает. Бейл левой! Левый бил валит, потому что правый у него все-таки больше для ходьбы или для бега. И внешней стороной стопы, по-моему, так Гаррет пытался в ближний угол мяч закрутить. Но он здорово. Симпатичный стандарт, поэтому люди занимают не свои позиции. Бейл раскачивает Каларова и удар поворотом наносит валиц мимо. Ну, это, понятно, его фирменный маневр, да, если он справа оказывается, то действительно убирает под левую, уходит в центр и бьет. Оказывается, то действительно убирает под левую. По-прежнему все мячи забиты в первом тайме, 16-я минута Марсело. Затем в ногу, и так атака получила свое иное развитие, иное продолжение. А это по штрафной площади, здесь снова Пау Лопес. Я сильно сомневаюсь, что в официальных матчах, особенно в важных матчах, это Бейл, дальний угол, опять не попадает Гаррит Бейл. Смотри, за там сколько, 15-20 минут он нанес ударов не меньше, как кажется, чем многие другие футболисты, которые больше времени провели на поле. Смотри, за там сколько, 15-20 минут он нанес ударов. Себя проявить, это правда.